И к другим темам. Мир искусства города за его пределами. В Зимовниковском краеведческом музее открылась выставка работ художника Юрия Падалки и скульптора Егора Дердиященко. Название экспозиции говорит само за себя: «Ветры степей. Возвращение к истокам». И на холстах, и в застывших изваяниях авторам удалось отразить историю родного края. Вместе с первыми зрителями коллекцию рассмотрела и Анастасия Дубас. Станица, цветущий подсолнух, на охоте, ветеран, автор работ Юрий Падалка. Только подтверждая репутацию человека скромного, от интервью отказывается. Зато вне камеры с удовольствием рассказывает о процессе создания собственных работ. Говорит, что рисует не только то, что видит, но и то, что чувствует. Впрочем, за него самого говорят как работы, так и поклонники творчества. Последние признаются, от некоторых композиций даже мурашки по коже пробегают. Между тем, помимо истории родного края, Юрий Падалка на своих полотнах запечатлел и историю собственной семьи. Это не единственный мой портрет. Портреты у нас еще дома есть, когда только мы начинали совместную жизнь. Когда у нас были маленькие дети, я еще на руках с детьми. Наши семейные портреты. Это не единственный портрет. Впрочем, гости выставки узнают себя не только на полотнах. Вот, например, Виктор Стадников рассматривает собственное скульптурное изображение. Да я бы не сказал, что прям нравится. Ну это ж как, она ж... вариант такой. Как рассказывает сам создатель изваяний, скульптор Егор Дердиященко, вылепить точную копию своего друга не пытался. Создавал эту работу, опираясь исключительно на собственную память. Говорит, есть образ, и его узнают. А вымерять линейкой длину носа и расположение глаз – метод ученический. Затертые, замученные работы – это они сделаны грамотно, правильно, но не мертвые. Они не трогают меня лично. Если меня не трогают, я их никогда не покажу. Между тем, руководители Зимовниковского краеведческого и Волгодонского художественного музеев надеются, что открытие такой выставки станет первым шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству. И чтобы закрепить творческий союз, Юрий Падалка передал одно из собственных полотен с изображением символов донских степей – орла и лошади – в дар зимовниковцам. Анастасия Дубас, Антон Набиев, Новости ВТВ.